Ну, слава Богу, я, чесно кажучи, переймався, а виявляється, що у нас все в безпеці. Тим часом в Москві закінчився тиждень моди. Хоч би до нас їхня мода не дійшла, чесно кажучи, дуже переймаюся. У що вбирається Алла Пугачова та що надихнула Ренату Литвинову на психоделічну колекцію з наша модна Аня Алицкая. Зараз подивимось. Я на неделе моды в Москве. Сейчас узнаем, какие тренды пропагандируют российские дизайнеры. На показ Валентина Юдашкина его любимая балахоновая клиентка Алла Пугачева пришла в джинсе. Прям как в свои лучшие хипстерские времена. Впечатление от роскошной кутюрной коллекции молодая мать описала коротко. Одно впечатление, худеть надо. Слова Зайцев смешал в одном показе народные костюмы, психоделические принты и добротные советские пальто. Вот так должны выглядеть все граждане России. Я пытаюсь, чтобы люди поняли, что они рождены для красоты. Новоявленную дизайнершу Ренату Литвинову потянула к транквилизующим маковым плантациям. Идея стать модельером посетила и экс-виагру Ольгу Корягину. Но это... Дорого. Но это больше 100 тысяч долларов за всю коллекцию и за участие. Это не маленькая сумма. Это в любом случае это машина. А для Яны Рудьковской это вполне приемлемая цена за то, чтобы выйти на подиум и помахать ручкой. Яна показывала коллекцию круизных фуфаек, тельняшки, панамки. Да, фирменный матросский гламур Жана Поля Готье здесь типа ни разу не пробегал. Кстати, Ева Бушмина тоже недавно одолжила образ у парижского маэстро. А если не удалось стырить хорошую идею для коллекции, всегда можно выпустить на подиум 100-500 звезд во главе с Настей Волочковой, причем в какой-то полной хохломе. Лучше бы уже эти дизайнеры отшивали реплики трендовых платьев Гжель из последней коллекции Валентина. Кстати, чем безумней принт, тем он моднее. Мировой хит нынешнего сезона – бешеные шубы Прада. И, конечно же, золотые купола от Дольче & Габбана. Напялить на себя иконостас поспешили уже многие модные богомолы. На российской неделе моды безумных принтов тоже хватало. Так что готовьтесь видеть на главных модниках Москвы.